Dragi domnițe și domnișoare, stimate domnule primar, stimați domni, onorată asistență, avem marele noroc să concertăm astăzi în scenă acestei case de cultură frumoase, reparate, în sală e cald. Avem marele noroc să locuim în orașul nostru, orașul Cupcii, unde lucrează grădinițele, activează liceele, gimnaziile, școlile profesionale, centrul medicilor de familie, oficiul poștal. Da, în țară e greu. E greu și în orașul nostru. Nu toate întreprinderile activează în deplină capacitate. Dar, negătând la toate greutățile, în orașul nostru, pe teritoriul întregii primării Cupcii, s-au reparat bisericile. În centrul orașului a fost construită o biserică nouă. Parțial se repară străzile. Avem iluminare stradală. Acest șir putem să-l continuăm. Toate aceste succese se datorează conducătorului orașului nostru, domnului primar Ivan Andreevici Costaviciu. Rugăm domnul primar să se ridice în scenă. Organizarea corului nostru, corul a pregătit un cântec pentru domnul primar. Toți cu toții să cântăm. Vă rog, ajutați-ne! Значит, это мы должны вам такие слова говорить, понимаете? Это мы должны вам все самые лучшие сегодня сказать. Добрый день всем вам. Позвольте мне в первую очередь горячо и сердечно поздравить наших любимых женщин, дорогих, с сегодняшним праздником, праздником весны, с этим замечательным днем, который такой красивый и такой интересный стал в нашем городе. Значит, я несказанно рад, честно вам скажу, о том, что в нашем городе появился такой замечательный хор. Ну, вы всех их знаете, этих людей, да? Да. Вот перед каждым из вас надо вот такие высокие слова говорить, не мне, а вам. За то, что вы не за деньги, не за то, что вас там руководители заставляли, а сами создали такой замечательный хор. Ведь кто понимает, это грандиозный труд. Это настолько сложный труд, что вот я честно вам скажу, я не думал, что это все так сложно.
Они занимаются уже несколько месяцев, уже, наверное, полгода, да. Ну, они приходят на репетиции, они участвуют в этом. Мы действительно должны гордиться о том, что в нашем городе появился вот такой очаг культуры, где наши коренные жители нашего города предоставили нам сегодня такое счастье. И посмотрите, кто среди этих людей. Это учителя, это врачи, это рабочие, инженеры, преподаватели. Бурбуля, вот Бурбуля, да, вот посмотрите, как он с таким желанием поет, что только, значит, шахтеры. Значит, вы знаете, когда Иван Ефимович пришел и сказал мне, что я хочу создать хор, это не наша заслуга, это вот их заслуга. Я, когда он пришел, сказал, я думаю, хотелось бы, но не думаю, что так это получится. Он предложил, это талантливый педагог, который сумел сконцентрировать это все в едино. Один учитель, он талантливый, второй врач, который тоже бесплатно, без денег, без ничего, решили они создать этот хор. Поэтому низкий вам поклон. Большое вам спасибо. И дай Бог, чтобы наш хор разрастался. Вот я вижу, Анатолий сидит, наш депутат, что-то тоже он участвовал, что-то он не... Сегодня я знаю причину, но пришел вот переживать тоже. Я знаю, что многие еще люди хотят прийти к вам. Я не знаю, когда Людмила Ивановна все это выучила, эти все слова, эти все стихотворения, вроде бы каждый день на работе, а тут такое выдает, слушай, что мне диву дается. Спасибо вам тоже, Людмила Ивановна, за то, что вы сумели это все сделать. Значит, и вам всем спасибо. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы пришли послушать наш хор. Я надеюсь, что в нашем городе должен быть и хор, и духовой оркестр. У нас замечательная музыкальная школа, которая, значит, воспитывает детей. У нас замечательные люди, которые, значит, если поет директор школы, заведующий садика, если поют такие люди, все вот здесь присутствующие, то будущее в нашем городе есть. И какие бы ни были катаклизмы, какие бы ни были политические, значит, там интриги, мне хочется, чтобы наш город рос, процветал, и чтобы нам, в нашем городе всем было хорошо и уютно. Спасибо вам и низкий поклон.